вона знає, що робити, аби жити легко. Жити легко за Адамовою. Запитання від Світлана Кіт з Вінниці. Я не вмію казати «ні», і люди цим користуються. Як навчитись правильно відмовляти? В тот момент, когда вы боитесь сказать себе «нет» и говорите другим «да», вы предаете самого главного человека – себя. И насколько вас хватит? Смею предположить, что в вашей жизни очень много ситуаций, когда вы обижаетесь, что вас недостаточно ценят, любят, уважают. Вы, когда делаете очень много чего-то в адрес других людей, надеетесь, конечно же, что они тоже так будут к вам относиться. Но нет. Они думают: «О, как мне повезло, такой удобный персонаж есть в моей жизни, мой персональный раб. Я не зря над вами ехидничаю». Потому что наступает ситуация, когда вам уже выше крыши такие ситуации, и вы окружены людьми, которых вы называете неблагодарными, безответственными, сидят у меня на шее, все делают за мой счет и так далее. А кто виноват? Только вы сами. Потому что в нужный момент, когда нужно было сказать: «Я устал, я не могу, извини, пожалуйста, я не могу с тобой пойти, я не могу это сделать». Вы в этот момент зажимали себя, втягивали голову плотно в плечи, говорили: «Да, конечно, я все сделаю». Вы не доллар, что всем нравится, и другие люди тоже не обязаны нравиться вам. И поэтому, если кто-то что-то делает вразрез с вашими представлениями о жизни, вам нужно об этом сказать. Человек может даже не догадываться о том, что вам не нравится. Человек может быть тоже, как и вы, заинтересован в дружбе, в общении, в отношениях с вами. И из-за того, что вы привыкли, приучили этого человека и других людей быть удобными, просто этим пользуются. А если вы скажете, главное, тактично, без грубости, очень экологично, модное нынче слово, донесете информацию о том, что: «Ты знаешь, мне вот так не нравится, как ты поступаешь», или «Мне некомфортно, когда ты так себя ведешь, вот это говоришь», человек скажет: «Да, а что ты молчал об этом раньше?» Берегите свою жизнь, берегите свою душу. И помните, жизнь слишком коротка, чтобы жить ее по чужому сценарию или в угоду кому-то. Я прекрасно понимаю, что, послушав эти советы, скорее всего, вам будет страшно сказать «нет» сразу же после этого, несмотря на то, что я достучусь до вас. Давайте попробуем простое упражнение. В следующий раз, когда кто-то у вас будет что-то просить, требовать, предлагать, вы сделаете глубокий вдох, выдох и зададите себе вопрос: «А чего хочу я? А зачем мне это?» И, возможно, вам будет проще говорить «нет» другим.